Контроль территорий — это один из моих любимых, если, наверное, не самый любимый жанр в настольных играх. Сегодня у меня на столе будет игра, в которой контроль территорий осуществляется всего двумя, ну максимум тремя картами. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите GeekMedia, на столе у меня сегодня... Корона из пепла или Crown of Ash, и это игра, в которой вы будете играть владыками-некромантами и пытаться отвоевать цитадель древнего короля. По истории игры жило-было одно царство-государство, в нем правил король, и ему в этом помогали лорды. Лорды со временем получали все больше богатства и больше влияния, и король начал им завидовать. Путем политических интриг он стравил их между собой, и они устроили кровопролитную войну и практически разрушили земли. Но в какой-то момент благородные лорды собрались вместе и решили, что нужно положить конец войне. Тогда-то они и узнали про предательство короля. Но земли уже были разрушены, армии уничтожены, и они поняли, что им нужно что-то делать более кардинальное. Они связались с алхимиком, и он готовил для них специальное зелье, которое погрузило бы их в сон на 100 лет, и потом, соответственно, когда земли бы уже восстановились, лорды бы проснулись и вновь могли бы править на этих землях и помогать людям жить хорошо. Но в этом зелье скрывалось последнее предательство короля. В этом сне они испытывали ужасные кошмары и проснулись уже совсем не теми, кем были. Они проснулись с одним лишь желанием — захватить полностью эти земли себе. Еще оно их искорежило настолько, что они получили себе магические силы поднимать мертвых, то есть воинов той самой давней войны, по новой и отправлять их в бой. И началась вторая война, в которой кто-то из них должен был захватить себе главную цитадель. В этой игре у каждого игрока будет небольшой планшетик, на нем стоят его 4 рабочих, которых он будет размещать по игровому полю. Он будет отправлять их в бой, чтобы захватывать регионы, он будет отправлять их в сами регионы, чтобы получать различные ресурсы, и в итоге постарается захватить центральную цитадель и удержать ее. В этой игре вы будете воевать с помощью карт, которые будете постепенно покупать на рынке, для этого вам понадобятся ресурсы. Бой будет происходить с помощью выкладывания в закрытую карточек. Атакующий всегда видит, кого он атакует, а вот чем он будет атаковать, защищающемуся неизвестно. Плюс каждый игрок будет разыгрывать вот такие вот карточки, они будут помогать ему в бою и добавят некоторый элемент неожиданности к вашим схваткам. У меня на столе прототипная версия этой игры. Вот у меня такие вот жетончики ресурсов, по-настоящему они будут резные. Ресурсы у нас всего 4 типа. Это пепел, кость, кровь и сера. Но еще есть золото, это денежки, которые могут быть любым ресурсом. Плюс поле будет другое, оно будет более яркое и более симпатичное. В правилах, в принципе, вы можете посмотреть, оно уже там таким и изображено. Карты останутся, как я понимаю, в таком дизайне, в котором они сейчас есть. И давайте же потихонечку разбираться, как играть в «Корону из пепла». Каждый игрок в начале игры получит себе вот одну из таких карточек, которая будет ему говорить, какой тип войск даст ему дополнительные победные очки в конце игры. То есть, как видите, у каждого воина сверху нарисован тот или иной цвет. В частности, вот у меня у розового игрока, у Морса, ему нужно будет забирать себе красных и черных воинов для того, чтобы получать больше победных очков. Это кроме того, что дает вам дополнительный элемент скоринга, то есть как раз получение этих самых победных очков, также и дает вам некоторое направление по тому, что вы будете собирать и делать, потому что войны, объединенные в одну группу, если они одного цвета, имеют больше силы. Игра проходит по кругу, всего в игре будет 4 раунда. В каждом раунде вы выставите всех своих 4 рабочих и используете то свойство, которое он будет получать от клетки, в которую он вышел. По истечении 4 раундов вы почитаете победные очки, которые будете зарабатывать за контроль территорий определенных, вот за эти замки, за контроль цитадели, плюс, соответственно, за те карты, которые у вас будут в руках и за ресурсы, которые вы сможете перевести также в победные очки. Каждый свой ход, каждый игрок по очереди будет выставлять одному мипла на одну из клеточек. И делает он это очень просто. У нас есть клеточки круглые. Это ресурсоприносящие клеточки маленькие. Мы поставили, например, сюда, получили одну кость и одну кровь. Забрали к себе. Следующий игрок после этого ставится еще куда-то. Например, сюда он получил бы себе пепел и получил бы себе еще и серу. Но если бы он, например, пошел ко мне вот сюда, то он также получил бы одну кровь и одну кость. А я, как владелец этого здания, получил бы вот этот налог. Я получил бы себе тоже еще одну кровь. То есть, по факту, владеть хорошими зданиями очень выгодно. Потому что на них будут хотеть идти игроки и будут приносить вам налоги. Причем налоги вы будете брать не у них, то есть им, по факту, это ничего не стоит, кроме того, что они усилили своего оппонента. Второй вариант, куда могут пойти игроки, это могут пойти на клеточку строительства. Это большая круглая клетка, в ней поэтому могут стоять сколько угодно игроков. И когда он идет сюда, он может выбрать одно из 4 зданий, которые лежат снизу, и построить его. У здания
цена вот здесь. Что он дает здесь? Налог здесь, как обычно. Плюс на этих зданиях написано, сколько победных очков они приносят. Положить его можно либо в клетку, которая еще никому не принадлежит, то есть вот видите, у нас есть две ячейки такие на игровом поле, либо в ту, которая принадлежит ему самому. То есть если бы оранжевый игрок, например, пошел бы сюда и заплатил бы одну монетку, он бы выложил ему здание либо сюда, и это сразу стал бы его регион таким вот образом. Либо, например, потом пошел бы сюда синий игрок, также заплатил бы одну монетку, взял бы себе вот эту вот фишечку и положил бы ее себе вот сюда. Закрыв тем самым свой замок, свою башню. Важно то, что эти игроки сразу получают те ресурсы, которые указаны на этих жетончиках. Получили. Получили. Так вот, здания нам нужны не только для того, чтобы приносить ресурсы, они также будут давать победные очки в конце каждого раунда. И в частности, вот это здание даст победное очко одно своему хозяину. Вот это два. Вот это тоже одно. А вот это здание даст три победных очка, потому что на нем сверху написано два, плюс по одному оно будет давать за каждый этаж, на котором оно есть. Мы все-таки строим башню. И в итоге мы, в принципе, можем построить себе достаточно высокую башню, которая будет давать много очков, в частности, вот так вот. Она бы давала бы 2 очка, 3, 4, 5, 6. Это достаточно много. Еще есть одна пустая большая клеточка. Это если вам совсем делать нечего, вы можете пойти туда и взять себе одну монетку. А монетка является любым ресурсом, который вы хотите заменить себе. Либо, соответственно, она нужна вам для того, чтобы оплачивать здание в том числе. Плюс некоторые воины, которые у нас лежат вон там на рынке, они также оплачиваются монетами, и мы к ним сейчас постепенно перейдем после того, как я расскажу про бой. Альтернативно, игрок в свой ход может взять и пойти попробовать захватить чужую локацию. Для этого ему нужны карты на руках, которые у него есть, и он должен попробовать пойти туда. Встаем на локацию, на которой нарисованы перекрещенные мечи, и отправляемся драться. Мы видим, что здесь у нас у оппонента сила 1, но мы знаем, что оппонент также играет одну из своих карточек тайных. У нас на руке воин с силой 2. Если бы у нас было несколько воинов, например, если бы у нас было бы вот так вот, мы могли отправить, сказать, мы два воина отправляем на бой с тобой. После этого каждый игрок берет у себя и выбирает одну такую вот карточку с руки. В этих карточках есть несколько символов. Символ слева – это то, какая боевая сила будет прибавлена к вашему бойцу. Символ сверху – это то, что вы получите, если вы бой выиграли. Символ снизу – это то, что вы получите, если вы бой проиграли. При этом оба игрока играют такие карточки. И мы, в частности, знаем, что у нас сила 3, у него сила 1. И знаем, что у нас есть карточки от 0 до 4. То есть 1, 3, 4. И мы понимаем, что он может сыграть, например, туда четверку. Тогда мы нашей тройкой проиграем, потому что нам, как нападающим, нужно иметь больше силы, чем защищающийся. Если мы сюда также положим четверку, то у нас будет больше. Но, может быть, нам это и не выгодно. Иногда очень выгодно смотреть именно на те символы, которые вы хотите разыграть. И иногда, возможно, стоит пойти в бой своей маленькой самой карточкой, сыграть какую-то карту, чтобы получить ресурсы, которые вам необходимы для того, чтобы купить, например, что-то, или в следующем ходу сделать еще что-то дополнительное. Ну, а, допустим, мы положим себе сюда силу 3. А оппонент хитрый, и он решил воспользоваться единственным рандомным моментом в игре, единственным вариантом случайности, и доложить себе карточку с кубиком. И он говорит вот так вот. После этого все игроки эти вскрываются. Мы считаем силу. У нас будет 3 плюс 3, но важный момент в том, что мы отправили двух бойцов одного цвета, а они друг друга, получается, усиляют, и они получают за это плюс 1 к силе. Больше двух карт в локации обычной отправить нельзя. Итого у нас сила 7. Игрок берет свой кубик, потому что у него карточка позволяет ему бросать кубик, и бросает кубик. Красота, шестерочка. 1 плюс 6 это 7, у нас тоже 7, защитник победил. Потому что при равенстве защищающий побеждает. Что значит это? Это значит, что защищающий получит одно победное очко, потому что он выиграл по своей карточке, а мы получим 2 любых ресурса, и мы, например, возьмем себе 2 серые. Эти карточки уходят к нам на кладбище, эта карточка уходит к нам сюда, эта карточка уходит к нему туда. И мы прекрасно понимаем, что я уже потратил тройку, а он уже потратил кубик, поэтому на шестерку у него можно не рассчитывать. Эти карты и эти карты вернутся только в конце раунда. При этом эту карту теоретически можно вернуть, если вы отправите сюда своего рабочего, но это очень плохое действие, которое практически вам ничего не дает, оно позволяет вам вернуть карточки. И я, честно говоря, не знаю, что должно случиться, чтобы вы воспользовались этим моментом. Но сама такая возможность есть. Если вы играете с модулями, когда у каждого из ваших некромантов еще есть специальная способность, вот эта клеточка, кроме того, что вернет вам карты, также перезарядит способность, и вот тогда, наверное, она уже обретает смысл. По приблизительно такой же системе мы будем атаковать цитадель. Но изначально в цитадели сидит сам король, и у него 5-я сила, и нам, соответственно, нужно его победить. Для атаки на цитадель есть 3 направления. Есть центральная, где вы получите минус 1 к силе, потому что, ну, нарываться на цитадель прямо спереди, ну, плохая идея. Вы можете обойти ее с одного фланга слева и получить себе плюс 1 к силе, или обойти ее с одного фланга справа и получить 0 к силе. В цитадель можно отправлять целых 3 карты, и тот игрок, который, соответственно,
захватит цитадель первым, заберет себе такой жетончик. Этот жетончик дает возможность выиграть при ничей в конце игры, но больше по факту ничего не дает. Игрок заменит карту короля своими картами, сюда положит свой жетон для того, чтобы показать, что он его контролирует, и игра продолжится. Ваши воины видны оппонентам всегда, которые защищают локации, и они, конечно, будут планировать и пытаться набрать больше силы для того, чтобы их уничтожить. Но вы тоже не статичны, и ваши воины там могут быть заменены. В частности, если, например, вы пойдете в какую-то локацию собирать ресурсы, вы также можете поменять там воинов. Или если вы строите здание в этой локации, также можете это сделать. В конце своего хода каждый игрок имеет право потратить ресурсы на карты с рынка. Карты есть, в принципе, трех уровней. Это первый уровень. Это самые слабенькие воины. Второй уровень. Воины посильнее, но они требуют уже и побольше ресурсов. И третий уровень, там всего 4 карты, одна уже лежит на столе, 3 в резерве. Это самые дорогие воины, которые требуют для себя больше ресурсов, но при этом они самые сильные, у них сила 6. Это мощно. И вот посмотрите, как могла бы происходить игра, если бы кто-то отправился бы на короля и разыграл бы карты. В начале игры, конечно, такие карты хрен достанешь, но даже небольшими картами, по факту, собрав 3 карты одного цвета, можно короля успешно побить. Мы кладем вот эти 3 карты, отправляем мипл вот сюда, вот. Доигрываем какую-то карту, одну дополнительную, вот туда, вот так вот. И мы считаем, 6 плюс 2 это 8, плюс 3 это 11, плюс 4 плюс 5 за цвет, и еще вот здесь вот четверочка. То есть 20 сила, король побежден, мы забрали себе жетон, наши 3 карты выложили сюда. И мы положили туда свой жетон контроля. Игроки, конечно же, оппонентов будут пытаться ваши карты оттуда выгнать и положить свои. Но для этого нужна большая сила. Поэтому в каждой локации, которую хотя бы разочек захватывают, обычно силы будет все больше и больше. Но для того, чтобы уменьшить силу оппонента, который вас явно обыгрывает и побеждает, вы можете использовать карточку с нулем. Карточка с нулем — это прикольный элемент, который, если вы полностью убеждены в том, что вы победите, вы получите себе еще 3 золота, это 3 любых ресурса или крутое здание, которое можете себе купить. Или, например, в случае проигрыша, она позволяет вам вернуть одну карту из вашего сброса себе на руку, или, наоборот, заставить умереть одного из воинов, которые отправились захватывать ваши земли. То есть, в частности, да, может оказаться так, что даже здесь никого не будет. И вы потом спокойно ее захватите. В игре также есть специальные виды войск. Это автоматоны. Это вот такие вот они, големчики, серенькие. Они покупаются исключительно за золото и обладают гораздо большей силой, чем соратники их по уровню. То есть вот у нас там вот лежит, видите, например, второго уровня две карты. И одна из них и другая имеют силу 5. Ну, для одной нужно 9 ресурсов, а для другой всего 2 золота. Это прям хорошие воины, которые помогут вам. Но они помогают захватить и после этого отправляются обратно в колоду. То есть вы ими постоянно пользоваться не сможете, а если вы их не потратили, они вам еще минуса к очкам дадут в конце игры, потому что автоматонным, даже некромантом пользоваться зашквар. Порядок хода в игре не постоянный, он меняется, выбирает, кто как будет ходить, тот игрок, который меньше всего победных очков на данный момент. И это очень важно, потому что игра на контроль территории, ходить последним здесь хорошо. Конечно, в начале раунда иногда бывает здорово сходить на ту башню, которая дает много ресурсов, и, например, если особенно здесь ячеечка одна, вы встали сюда, и другой никто эти ресурсы не получит. Но посмотреть, как расположилось все на поле, и последним сделать свой ход, это очень-очень выгодно, особенно если вы последним своим ходом делаете захват башни, и еще это последний раунд в игре. Чем дальше двигается раунд, тем больше победных очков приносит вам главная цитадель. Но и тем больше очков вы можете получать себе на башнях, потому что они у вас постепенно строятся и становятся все выше, выше и выше, и приносят больше очков. В игре очень много взаимодействий между игроками, и если у вас компания обидчивая, то, наверное, в эту игру садиться не стоит, потому что отвоевывать чужие замки в этой игре — это главная вещь, которая только может быть. Потому что они вам дают возможность посадить туда войска, получать победные очки постоянно, плюс они дают вам возможность собирать налоги с других игроков, если они хотят получить те ресурсы, которые дает ваша башня. В игре есть соло-режим, он настроен на методе автомы, на колоде карт, плюс его можно использовать как болванчика, например, если играете вдвоем или втроем, он у вас будет дополнительным игроком, который немного снизит вот этот вот уровень конфликта, потому что вы будете играть в том числе против игры. Но по факту игра сама по себе достаточно конфликтная. Я вообще от этой игры многого не ожидал. Мне не очень понравилось мне оформление. Я не очень был заинтересован в карточном движке в Ария Контроле. Я все-таки больше люблю Ария Контроле с миниатюрами. Но здесь настолько необычно и свежо сделан игровой процесс и построены механики, что вы в напряжении сидите до каждого последнего хода каждого раунда. Вы смотрите, кто куда пошел, кто кого пытается завоевать. Здесь много достаточно хитростей и хитрых моментов, которые могут быть. То есть вы, например, можете отправить одного воина сюда, чтобы ослабить территорию, потом захватить ее вторым воином, и у вас больше ее никто не отожмет. Или, например, если увидеть, что атака одного игрока не удалась куда-то, то вы можете, соответственно, отправить туда второго, встать на вторую клеточку, захватить ее, и в этот раз ее никто не отожмет уже в этом ходу. Но вот что мне больше всего понравилось, так это вот механика, которая была, в принципе, по факту уже во многих играх, она была и в Крови Ярости, и в Серпе, где вы играете карточку в бою для того, чтобы увеличить или уменьшить свою силу.
Здесь за счет того, что при выкладывании каждой такой карточки вы учитываете также возможность того, что вы получите при победе или при поражении, она очень сильно влияет. То есть не только сила, которую вы имеете возможность отправить в бой дополнительно, важна, но еще что вы за это получите. Вот, например, отправили четверку, получите всего лишь один ресурс. Если проиграете, с другой стороны, получите себе две монетки. Но с другой стороны, отправив ноль, вы получите себе три монеты, если победите, и это прям очень много. За это можно прям взять сразу одного воина слабенького, или, например, автоматона какого-то крутого, или добавить себе монетки вместо кубиков того цвета, которые вам нужны для того, чтобы взять шестерку. И это прям сильно-сильно меняет игровой процесс и сильно вам помогает. Плюс, конечно же, вот эта вот штука, которая единичка, не позволяет вам расслабляться. Иной раз вы понимаете, что как бы если локация для вас максимально важна, и вы хотите ее прям захватить, и именно в нее отправить своих воинов, и чтобы ваша земля это была, потому что вам очень нужны победные очки, я напомню, каждая локация дает победные очки, и каждое очко здесь очень важно, то вы будете играть надежно, потому что оппонент может в какой-то момент бросить кубик, вот как я до этого выбросил, выбросить шестерку, и все ваши планы пойдут крахом, если вы под это не заложились. С другой стороны, если вы сильно заложились, вы сильные карты отправляете сюда, у вас на руках остаются слабые карты, и что вы будете делать дальше с ним потом, не совсем понятно. Может быть, конечно, копить ресурсы на другие сильные карты. Это уже вам решать. В игре довольно много принятий решений, и чем больше игроков играют в партию, тем, соответственно, у вас больше конфликтность и более тесно становится на игровом поле. Как вы понимаете, изначально пустых ячеек всего две, и их кто-то займет, и, скорее всего, это будут первые игроки, а значит, вторые игроки у них будут их уже отжимать. Потому что очки нужны всем. Ресурсный движок в игре тоже очень приятный. Изначально кажется, вот я пойду сюда и получаю всего лишь одну кровь, а мне нужно на шестерку 5 крови, и это очень много. Но компенсация монеткой тем, что это Джокер, в принципе, в этом очень сильно помогает. Так что, если вы хотите попробовать себе небольшую игру на контроль территории, которая играется очень быстро и динамично, и при этом это не будет классическая игра с миниатюрами, где вы двигаете миниатюры из региона в регион, потому что здесь вы по факту можете ходить куда угодно, когда угодно, то я бы порекомендовал вам попробовать карточный движок «Корона из пепла». И это все на сегодня. С вами был Юра. Вы смотрели GeekMedia. Всем пока.